Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Панда. И мы с вами продолжаем играть в игрушечку Surviving the Aftermatch. Или Aftermatch the Surviving, неважно. В общем, я решил начать все заново, без всяких там смертей и с обучением. Я считаю, что это будет, как сказать, будет реально правильно. Вот. То есть, как бы да. Ну, семена я ж посадил, не? Так. Чего? Ну да, все. Это я сделал. Так. Ага, нам надо построить источник воды. То есть это на самом деле правильно. Я вчера сглупил, конечно же. Но лучше поучиться чуть-чуть. Буквально. Да, чуть-чуть. Основам игры, чтобы не было какого-то тупника и прочее. Вот. И, как вы видите, место немножко изменилось. А, вот сюда нам нужно, кстати, поставить пластик. Сейчас пластик. Где он? Так. По приему лома. По переработке. Вот. Вот. Ставим его вот куда-нибудь сюда. Вот. Так, ну, воду они строят. Я с этим ничего поделать не могу. Вот. Будем, кстати, строить только самое важное, самое нужное нам сейчас по ресурсам, которые у нас закончатся. Потому что если у нас закончатся ресурсы, то мы умрем. Как бы да. Так, мы поставим это вот сюда. Здесь вроде много дерева. И зато недалеко от дома. Так, у нас есть 62 еды. Консервные так, фрукты. Вяленое мясо. Картофель. Ну, как раз таки вот будут они выращивать это все. Вот, также нам нужно сразу, пока есть ресурсы, так сказать, построим медицинский центр. Поставим его где-нибудь вот здесь. Чего не хватает? А, ну, сейчас принесут. У нас же всего хватает. Да. Так, проверяем. Ну, как бы я не могу ничего пока сделать с этим. Так, ладно. Нам нужно еще поставить, найти, так сказать, место. Вот он, металл. Вот, да, металл. Сразу поставим все. Так, пилорама, станция по переработке пластика, станция по переработке лома, да, вот. Ну, поставим сюда. Потому что здесь есть заражение. Вот. Так, ну, пускай они пускай они спят. И не будем им это мешать. Итак, дорогие друзья, я вам не показывал целый день. Вот. Ну, решил, что это будет неинтересно. В общем, что я успел за это время сделать? У меня успели закончиться ресурсы. Да, я включил прям на экшене. Класс. Так, ремонтировать. В общем, внезапно, просто без предупреждения, начался метеоритный дождь. Долбанул мне постройку. Ну ладно. В общем, да. На чем я? Я построил медцентр. Медицинскую палатку. Я поставил станцию по приему лома. Ну, они почти закончили ее строить. И останется вот это вот здание. Пилорама. Вот. Так, строительство, да, вот, все, все вот оно завершилось, и сейчас пойдет работа. Тут что? Тут они ее сейчас чинят. Вот бежит человечек, где он? Вот бежит человечек и чинит. Да. Также, что я хотел сказать еще, насчет качества прошлого видео, первой части.
Я пытался это исправить, у меня ничего, к сожалению, не вышло. Это не от меня зависело, это зависит, точнее, это зависит не от меня, это уже от самого Ютуба, потому что я заливал HD качество. Ну как, HD 720, там, 1080, вот так вот. Так, также нам нужно еще... Также нам нужно еще... Дерево нам нужно. Нет. Чего? Свалка с отходами на лице. Да. Я это уже сделал. Вот она. Так, что у нас здесь? Водичка. Сейчас мы с вами, знаете, что построим? Так, у меня ресурсы. Самое главное сейчас сделать чуть... Точнее, сделать много-много ресурсов. Вот. Чё я хотел? Вообще, я хотел построить хитрого рыбака. Вот. Чего? Так, рыбаки ловят рыбу. Это строение нужно размещать на берегу во время... Во время катастроф его эффективность снижается. Ну, это ладно. Так, где у меня... Ну, типа... Типа, что? Мы же не здесь. Нет? Нельзя? В смысле нельзя? Подожди, в смысле нельзя? Типа, они хотят сказать, что... Мне надо вот здесь ставить это. Серьезно? Ну, это через... Серии 20, наверное, будет. А как? Где? А, во, подожди. Ого. Так, подожди. Подожди. Здесь тоже можно это поставить? Не, здесь тоже был, можно было... Точнее, надо поставить. Или... Ну ладно, давайте там. Почему, собственно, и нет? Стоп. Вот. Вот здесь пускай стоит. Чё, какие ресурсы нужны? Будет. Сейчас ребятки накопают. Так-с. Чё у нас здесь? Производится? Всё работает. Кайф. Люблю, когда всё работает. Здесь что? 57% выращено. 35% выращено. Ну да, картошка медленнее растёт. Но ничего страшного, у нас есть вода. У нас есть хоть какие-то ресурсы. У нас есть где жить людям. Почти достроили пилораму. Скоро мы можем забыть о вот таких вот, где они. А, уже разобрали. Вот в таких досках. Так, ядовитые отходы надо будет убрать. Что? А? Да это я знаю. Так, ребят. Сейчас все будет. Не боитесь, сейчас все будет. Сейчас все будет. Вот. Так, давайте посмотрим, что еще можно построить. Склад провизии. Вот это, кстати, полезно. Вот это полезно. Где я? Кусты. Вот это очень полезно. Так, объект мешает. Чему мешает? Ну, здесь он не мешает. Вот. Вот. Все, классно. Все, отлично. Такс. А нас здесь на территории нет ягод? Походу нет. Нам нужны разные виды продуктов. Так. Потому что на вяленом мясе и на фруктах консервированных мы далеко не уедем. Ну, точнее как, мы уедем только в могилу. Если будем постоянно одно и то же кушать. Так, ну что? У нас готова пилорама почти. У нас есть почти все для жилья. Так, что они ждут? Стоят разговаривать, наверное. Чего? А вот, кстати, что это такое? Так, постройте ворота, и вы получите возможность снаряжать группу. Ух ты!
Подожди, а у меня же есть ворота, нет? Типа мне надо это сделать. Я-то думал, у меня это есть. Вот дурак. Так, давайте посмотрим, где это у нас. Так, это не то. Сейчас, где-то я это видел уже. Сейчас. Вот. Нет. А, вот они, ворота. Подожди, а что для них на... Ёшкин кот. А у меня нет столько ресурсов. Я-то думал, у меня есть ворота. А их, оказывается, нет. Да. Да, весело. Весело. Живем. Так, давайте не будем мешать им спать. И просто уйдем. Итак, вот они проснулись. Мне тут говорят, что надо сделать. Мол, типа на одних ягодах сыт не будешь. Поэтому корми людей ягодами и прочим, что вы найдете. Мало еды. Ребят, мало еды, серьезно. Собери урожай. Здесь что? Собери урожай, чтобы люди не голодали. Мы соберем урожай. Так, давайте, пускай не собирают урожай-то этот. Так, здесь потихоньку начали строительство. Где еще? Теперь здесь не хватает ресурсов. Так, дерево. А, ну собирают нормально. И здесь тоже собирается, да? А, ну да, это да. Это долгий процесс. Так, давайте мы пока посмотрим, что еще можно создать. Так, что мы еще можем с вами построить? Точнее, просто поставить, и чтобы это было. Так, а дом Зверолова мы ставили, нет? Мне кажется, нет. Может, и да. Так, давайте где-нибудь вот здесь поставим. Так, все. Ну, чё, еды пока, надеюсь, хватит, нет? Мне кажется, нет. Так, где у нас еще? Вот здесь вот ягоды есть. Вот здесь строится. Сейчас построится. Склад провизии. Дальше чё? Чё? Вот это сейчас достроится скоро. Так, ворота мы потихоньку тоже возводим. Так, здесь все собирается, все, наверное, будет засеиваться сейчас, да? Или нет, или оно потихоньку собирается. Извиняюсь. А, ну я вот вижу, да. Ну, пускай. Самое главное, что у нас есть еда. Немножко, но она у нас есть. Это самое главное. Вот. Так, что у нас? Доски пополняются. Да, доски пополняются, все собирается. Кстати, мы можем с вами посмотреть на карту мира. И как... Она, мне кажется, больше. Да, мы сейчас будем путешествовать, и на карта будет больше. Вот. Такс. Давайте посмотрим, я хотел посмотреть. И... Так, хижина рыбака есть, дом Зверлова есть. Так, нам нужно вот это вот будет. Вот это вот. И вот это. Так. Угу. Ну это да. Ну это мы с вами чуть-чуть позже построим, сейчас некогда. Такс. Нам надо будет сюда ресурсы. Сюда немножко. А, ну в принципе здесь уже есть. Донесли ресурсы. Здесь.
Всего лишь две не хватает. Алло, давайте быстрее, пожалуйста. Ну, здесь будет долго. Ворота строятся. Здесь что? Здесь еще собирается. Подожди, ну, ты собрал. А сажать? А сажать, наверное, да, они потом будут. Так, что у нас еще по ресурсам? Бетон. Так, ну, электричества у нас пока нет. И оно не скоро будет. Так, людей. Носильщиков 2, рабочих 6, взрослых 8, детей. Угу. Да я вижу, что он все готов, склад провизии. Так, ну что, все здесь? Сейчас они будут это все потихоньку засеивать, да? Надеюсь, да. Сами до этого догадаются. Так, что еще? Что по дому у рыбака? Никак не могут закончить. Так, и мне кажется, надо посмотреть, что у нас еще за виды складов есть. Открытый склад. Так, отработанных ресурсов, ценных им, вроде инструментов, одежды. Ага. Ну я понял. Но это чуть-чуть позже. Так, фонарь, что? Что еще есть? Жаровня. Зачем она нам нужна? Ну, пока здесь все есть. Освещается. Зачем это надо? Так. Так. Ну, в принципе, неплохо. Пока идут дела. Вот, я так могу сказать вам. Как бы сейчас ворота надо достраивать. Надо на это очень много ресурсов. Так, подожди, а если... Ага, тогда носильщиков не будет. У меня всего два носильщика. Да, не весело. Здесь что? Здесь производится. Так, ну, опять же, не будем мешать людям спать. Итак, тут мне, короче, к вам подходит двое колонистов. Их переполняет азарт. Я не знаю, честно. Давайте дать... чего? Инфекция? Оступитесь, получите. Так, зря в конец. Как и следовало ждать, подхватил какую-то болезнь, вернулись герои, конечно, не с пустыми руками, но... Блин, серьезно? Может быть их вылечить? О, они идут сами лечиться, класс. Все, лечите их. Пускай лечат, блин. Потому что, ну... Но зато они мне принесли ресурсы, это уже хорошо. Так, в приоритете будет у нас вот это вот. Вот сюда все ресурсы, ребят. Нам нужны ворота. Вот это все, это подождет. Я вот так, кстати, поставил мастерскую портного и мастерская инструментов. Сейчас самое главное это вот, вот это. Так, что у нас с домиком рыбака? Блин. Может быть вы... Давайте вот это вот тоже. Пометим как главное. Потому что, ну, нам еда нужна. Что пока вот это все вырастет. Пока вот это тоже вот посадится, блин. Ну, такое себе. Так, ну, здесь уже есть плюс бетон. Точнее, это хорошо. Так, давайте, ребят. Ну и что, их лечат же? Нет? Разве их не лечат? Так, детали. Ну, мы это будем потихоньку производить. Как бы. Ну, чё? Строительство началось. Давайте. Так. Но нам надо увеличивать наши, как так сказать, ресурсы. Потому что, ну, у нас дерева нет.
Дерево маловато. А если дерево маловато, то чё? Вообще, нам надо поскорее достроить вот эту штучку. Вот это вот. Зданица. И как бы да. Так, ну... Можно пока полетать по карте, пока они строят там, доделывают. Вот я вижу, вот здесь вот есть металлы, то есть ресурсов пока что много, ну, хватит, но они далеко находятся. То есть это если вот развиваться во все стороны сразу, но это наверное будет к серии 10, 15, может 20, но вряд ли я столько буду снимать. Да и вам тоже будет мало интересно, мне кажется, смотреть только одну игру. Да и вообще, может быть, не будет никому это интересно. Кто его знает, что будет дальше. Так, ну что, картофель посадили, кукурузу тоже посадили. Вот, сидят. Ну да, еды очень маловато. А, строительство завершено. Блин, а у меня носильщиков нет. Капец. И чё теперь? Да, я рад, что оно завершено. У меня нет носильщиков. Ай. Ничего, давайте. Они несут потихоньку ресурсы. Извиняюсь. Так, ну все, вот потихоньку началось строительство. Ну, вот сейчас быстро его построим. Ну как, не быстро, но сейчас мы это построим, в принципе, и... Будет все классненько. Вот, кстати, с деревом проблемы. С деревом реально проблемы. Очень мало дерева. Процесс-то идет, но... Маловато, конечно, маловато. Если бы они... Не, ну, в принципе, неплохо, чё. Но сейчас вот... Возьмет, чувак заберет. Так, что здесь? Здесь почти все собрано, кроме дерева. Вот. Те, что могу сказать. Вот. Так, ну, в принципе, неплохо. Почти построили. Почти построили. Все производится потихоньку. Здесь люди живут. Здесь... А, здесь же надо учитывать, что свалки-то они пустеют. Тут все производится. Есть? А, нет, нету. Так, здесь тоже все производится. Здесь все производится. Ну, короче, работаем. Потихонечку, полигонечку мы что делаем? Правильно, работаем. Итак, новый день. С нами хотят поговорить. Трое колонистов заявили, что придумали новый вид ловушек. Риск слишком велик. Так. Ловчие хотели помочь колонии, теперь из-за вашего отказа они с трудом скрывают разочарование. Ой, ну, блин, они как бы... Я могу их, конечно, выпустить, но они умрут. Насчет носильщиков я ничего не знаю, ребят. Ну, чувак, иди. Пускай это здание не будет работать. Нам нужны носильщики. Что у нас здесь? Потихоньку строится. Ну, блин, если бы люди были еще. У нас нет людей, извините. Значит, придется меньше есть? Получается так. Ну, блин, везде работает по одному человеку. Как бы... И там надо работать, и здесь надо работать. А что делать? Людей нет. Лишних людей, к сожалению, нет. Если бы у меня была группа там из 20, да, там 30 людей, тогда да, можно было бы. А так. Работает нормально. Класс. Классно.
Расстраивают они меня этим, честно. Вот этими вот всякими заявлениями, мол, типа. Вот они расстроены, бла-бла-бла-бла-бла. Чё это такое? Потребности. Вы отказали колонистам. Ну а чё? Чё я могу сказать? Они погибли. У меня нет людей. Чё это такое? А, я понял, это отзыв надо оставить. Ну, на самом деле, вот, логически, если подумать, то я не мог их отпустить. Вот честно. Ну, не мог. Ну, просто не мог. В прошлый раз, в первой серии, это закончилось плачевно. Они умерли. Сейчас, да, у меня есть больница. Но, блин... И я, честно, не жалею об этом. Чё у нас с мостом? Ой, с воротами. Почти достроили, класс. Блин, я их расстроил, они меня сейчас расстроили. Потому что... Ну, блин, это капец. Ну, смотрите, давайте придумаем вариант. Если бы они умерли, то... Кто бы мне что строил, не знаю. У меня было бы минус людей. Кстати, а детей можно использовать, нет? Может быть, дети будут помогать, не? Не? Так, что у нас по еде? По еде у нас ничего, никто ничего не собирает. Ну, здесь типа есть. Так, что, сколько у нас еды осталось? Картофель 16. Так, производство 18, потребление 10. Ай, прекрасно, прекрасно просто. Что я могу сказать? Прекрасно. Сейчас будем собирать отряд и отправлять их в путешествие, так сказать. Ну а чё я могу сказать? Так, обитатели. Стоп, что ты делаешь? Развлекается? Идёт. Угу. Мне просто лентяи здесь сейчас не нужны. Просто подожди, стоп. Если она развлекается... Может быть ты... я понял. Она работает. Молодец. Сейчас пошла на перерыв, наверное, не? А, нет, вот она же здесь работает. Так. Ну, работа немножко встала, но это ничего. Зато мы почти достроили ворота. Чего? Где? Здесь? Ну и ничего. Новое найдем. Ребят, новое найдем. Лес большой. О, не-не-не-не-не-не. Стоп. Так. Там все. Давайте вот сюда. Так, тут никто не работает. Да если бы, блин, людей было больше, я бы подумал насчет... Насчет чего-нибудь подумал. Так, здесь 10, здесь тоже 10. Ну, блин, а здесь тоже, да, рабочие нужны. Пипец, печально, печально, печально. Сейчас попробую. Ой, просто все немножко печальненько. Да. Итак, продолжаем. Тут уже люди начали работать. Уже все просыпаются, все работают потихоньку. Понимают, что нам нужны, как сказать, ресурсы. И вот здесь вот у нас почти все готово. Угу. Да. Все почти готово. Здесь ловится рыбка.
у нас. Вот. Так, работают же? Ну да, вот. Что-то таскают. Что-то таскают. Ну давайте, ну. Немножко осталось, давайте. Сейчас мы с вами увидим момент истины. Здесь что у нас? 53. 31. Ну блин, еда заканчивается. Так, что по ягодам? Ну понятно. Ягоды собираются. Еда пополняется. Мы живем. Выживаем. Так, эти здания потом. А, они уже, я понял, они их сейчас строят. Я понял. Ну, ребят, а, ну, да, точно. Здесь же все достроено, просто. Ребята, приоритет очень высокий, нам надо достроить. Сейчас мы это достроим. Так. Метеоритный дождь до конца света считалось, что падающая звезда – это повод загадать желание. Теперь, так в это трудно поверить, потому что в наши дни падающая звезда несет только смерть и разрушение. Мелкие метеориты сгорают в атмосфере. Так, ага. Ну я понял. Дней для чего? Дней до катастрофы. Понятно. То есть все наши труды будут просто убиты, да? Класс. Я так этому рад. Вы просто не представляете, как я этому рад. Ты серьезно? Ожидание ресурсов. Прикольно, мне нравится. Здесь у нас все производится. Потихонечку, полигонечку, чего? А, игра сохранена. Фух. Ну давайте, ну. Ты заразился? Ну все. Он заразился и пошел сразу лечиться. Чего так медленно не строят? Тут вообще кто-нибудь есть? Строит кто-нибудь ворота, не? Или здесь просто так написано? Так. Пока остановлено. Остановлено пока что. Пока на паузе. Все. Вот, идите вот это достраивайте. Блин, ну, чуваки, серьезно. Чего как маленькие ведете себя? Вот, 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 бежит, бежит, смотрите. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Подожди. Что, куда ты бежишь? Он голодный? А, он есть бежит. Я думаю, что с ним не так? Так, этого лечат. Это хорошо. Так, куда-то что-то все бегают, бегают. Никто строить не хочет. Куда он бежит? Стой. Да, 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 Оскар, куда ты бежишь? А, вот, все, Оскар. Вот Оскар красавчик, он работает. Вот Оскар, реально. Вот просто. Вот он молодец, вот он, вот, вот. Вот его можно похвалить. Он строит. Потому что он носильщик. Вроде да. Да, вроде он носильщик. Ну, почти построен мост. Ой, мост. Чё я с этим мостом? Ворота. Нам надо, кстати, поднакопить немножко ресурсов, то что-то мы не разбазариваем их так, как будто у нас миллион здесь. Будем наблюдать за тем, как наш великий Оскар, просто Оскар, строит нам колонию. Точнее, ворота. Вот.
Тогда. Давай, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Давай, ты успеешь до конца дня. Уф. Почти, 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 почти. Давайте уйдем, не будем смешать. Смущать Оскара. Колонисты хотят отправиться в поход. Давайте. Угу. 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 Вот, пожалуйста. Ну давай. Все. Все завершено. Вот он. Вот она, ребята. Ворот. Все. Классно, да? Так, здесь что у нас? Почти все выросло. Так, выжившие. Кажется, вокруг появляется все больше и больше поселенцев. Так, макет. Так. Группа выживших. Дети. Так, в конце концов, чтобы... Давайте. Надеюсь, я не пожалею. Надеюсь, я не пожалею. Так, давайте мы построим сразу временное пристанище. Хотел вот так поставить. Ну да, можем так поставить. Вот так вот. Что еще нужно? Доступ к карте. Карта. К вашим воротам вот-вот начнут приходить новые выжившие. Ух ты, прикольно. Мне нравится. Ну и пускай. Пускай приходят, мы всех примем. Ну, почти всех. Так. Теперь у нас есть люди. У нас есть люди. Да, у нас есть люди. Прикольно, всё. Так, что ты? Можно так. Деятельность. Неплохо. Ну и что, что ты хочешь от меня? Надо им управлять? Что? Ну давай. Так, я не понимаю, что надо сделать с ним. Типа он может разведать? Или как это работает? Да сейчас построим. Так. Нам надо больше еды? Нет? Да блин, я не понимаю. Что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь? Подожди, так, стой. Вот как это работает. Так, что здесь есть? Музей. Что с ним? Он умер? Так, это все? Смотри, что не так? Я понял. Так, ну ладно. Да сейчас, ребят. Ну, пока да, бездомные они. Так, ладно, мы этот день не будем завершать сейчас. Вот так сделаем, промотаем. Вот. Бездомные сами строят себе дом. Как бы это ни звучало, но это так. Все, отлично. Так. Девочка, маленькая девочка. Так, ну давайте, строить. Строительство идет. И строить это, прикиньте, бездомный.
Так, 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 что у нас по карте? Угу. Я понял вас. Угу. Так, 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 так. Так, переместить. Ну, вот здесь вот есть доски. Вот там есть доски. Так, построили же, не? А, почти. Просто там мне показывает, что оно, это здание готово. Поэтому я и решил, что оно реально готово. Так, вот кукуруза, кстати, почти вся выросла. У нас сейчас будет еще еда. Что у нас по мяску? Мяску есть. Ну давайте, ну. Все. Дом есть. Дом у всех есть. Вот, все. Отлично. Так, наверное. Так, я вот не понимаю, секунду. Что он делает? Что ты делаешь? Макет-собиратель? Подожди, он тут что-то было? Восстановление очков действий? Это в смысле? Угу. Ну, короче, я ничего не понял. Так, что ты хочешь? Так вот здесь вот есть ресурсы, не? Так, нам нужно, знаете, что сделать с вами? Напоследок, сейчас будем заканчивать уже. Нам надо с вами поставить... Где эта штука? Сейчас, подожди. Дом не сничего. Нет, поставим это вот где-нибудь вот тут. Что, 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 Мак? Что, что, ты восстановился? Так, ладно. Угу. Отлично. Неплохо. Все, пускай восстанавливается. А теперь у нас есть с вами наука. Дерево технологий, да. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. У нас есть пища, производство, колония, безопасность, вот. Надежный склад. Так, исследование. Колония. Общественное жилье. Пища. Слишком сложно. Так, ну давайте, наверное, вот. Так, пересечь убогих палаток достойное жилье непросто. В коммунальном жилье хватит места нескольким поселенцам, но там довольно тесно. Угу. Так, что здесь? Фу. Давайте попробуем вот это вот. И нам нужна безопасность. Угу. Давайте, все. Это очень важно, на самом деле. Так, 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 сейчас посмотрим. Что? Так. Угу. Так, давайте кое-что посмотрим. У нас что-то появилось? Да, вот. Ну, это уже мы построим потом, не сейчас.
Ладно, дорогие друзья, на этом мы с вами закончим. За сегодня мы сделали чуть больше, чем прошлой серии, как по мне. Ну, в общем, будем развиваться, будем проходить дальше эту игру. И как бы будем восстанавливать, так сказать, цивилизацию. В общем, всем спасибо за просмотр данного видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.